еще. Твои байки, вау эффект, вызывают только у Амек. Так-то ясно же, что ты шерсть, просто пропущенный Алишером. Любишь числа, твоя цифра 6, вытащил с нищеты бывший тесть. Эндрю Тейт на узбек, успешный успех. Rental car, ты там кто? Morning Star, ты там где? У тебя есть влага, я на инфе, на Форбсе в своем же эссе. Без ток скам, токи на дне, инфо-цыган, гори в огне. Мама в законе в 13 лет, Ганс Христиан Назарян пиздец. Вайт, нищий понт, ебучие коучи, дай ствол. Ганшот, таки влаг, вакшито, да в пустыне сожжем. За строчку бы убили, ты нахуй пошел. Не топ джи, так, мидл класс, петушок. Никто не выбрал на шоу, а ты с мамой пришел. Кандидат экономических наук, расскажи стишок. Меня чисто флешбэкнуло, как будто бы вернулся в 2015, когда всякие блогеры свои клипы записывали. Тики-тики рап, ребята рут, нал по карманам, да, баллы вокруг, реально круто. А ты кто? Только быть не задача, ведь по-любому твои качки оплачены банкнотами, банка приколов. Скрутность тоже довольно лют, казино, ты им кончил на рожу, а кому-то вагина, ты им заплатил, щедрый настоящий мужчина. Но вот они идут до магазина. Лапу ты домой, опа. Пары века над землей прочали, звезды зажигали, где море качало. Где-то потерялась руно с ладонью, кончилась Троянская война. Но как ты сродняла причала, рыдаем, что за хуйня? Зинка вопит. И нет, это не про наш с Ларином фит. Ее деньги оказались бесполезнее, чем Крит. И вот она уже в погоне бежит. Арут убегает, кашки на хвосте. Где наша наличка? Кричат ему все. Арут задыхает, сам баллы все ближе. Эскортница с дилдом в затылок дышит. Тебе пизда, Арут, поверь на слово. Мы в жопу запихаем тебе все приколы. Ты будешь хавать злато, как беда с гондом. И мы тебя в твоем же доме пересоберем. Та за шо ору-то, бля? Не, ну... Что я могу сказать? Мне с Лариным скоро стримить надо будет, поэтому я засирать не буду клип и трек тоже. Вот, вот давайте комментарии, что тут пишут в комментариях. Это просто нереальный шедевр. Ларин красавчик, вписался в правильную движуху. А Оди можно только восхищаться. Человек разносторонний абсолютно во всем. Это заслужит аплодисментов. Если бы вы меня слышали, это лучше, что было выпущено за несколько месяцев. Дуэт, который показал истину. Особенно будет забавно наблюдать. Бля, нихуя. Бля, это такой кайф. Клип что надо. Песня огонь. Клип отпад. Короче, я соглашусь с комментаторами. Не знаю, купили их или нет, но меня не покупали. Вот, я не продажный. Поэтому скажу бесплатно. Прикольно, заебись. Реально.